Совсем скоро мы выйдем на связь с еще одной жемчужиной полуострова. Это город-курорт Евпатория, где нас уже ждет корреспондент телерадиокомпании «Крым» Антонина Бугреева, которая обязательно нам расскажет интересную информацию, 100%. Антонина, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Мы находимся на территории санатория «Прибой», где в ночь на 30 апреля открылся второй в Евпатории обсерватор. На 63 места в данный момент сейчас находится в обсерваторе 39 человек. Ну а рядом с нами директор санатория «Прибой» Николай Попин. Николай Анатольевич, доброе утро. Доброе Скажите, утро. Пожалуйста, откуда приезжие и как проходит наблюдение? Приезжие в большей части это либо с границы, либо с материковой части. В основном это все-таки жители Крыма. Ну, которые пересекли или в пункте пропуска, или в аэропорту, или на Крымском мосту. Как проходит наблюдение, как медики за ними смотрят? Анализы уже сданы? Да, на 10-й день берется анализ на COVID-19. На сегодняшний момент мы ждем все тесты, результат теста. И как только результаты будут получены, все лица, находящиеся в обсерваторе, будут выписаны. А также хочу сказать, что наши врачи делают ежедневный обход. Значит, фиксируются какие-то жалобы пациентов, там, если у него, там, допустим, горло красное, нос. То есть мы все обеспечены необходимыми препаратами. Поэтому идет полный контроль и вот, поддержка этих людей. У самих находящихся сейчас в обсерваторе есть какие-то вопросы по питанию, еще какие-то? По питанию вопросов уже нет никаких, всех все устраивает. Значит, по отоплению, по бытовым условиям, то, что мы идем навстречу, обеспечены и водой, и когда что-то нужно, по личным просьбам, по предметам личной гигиены, всем обеспечены. Спасибо, Николай Анатольевич. Но на этом пока все. Коллеги, вам слово.